Так, ну, сейчас должно все работать, чат. Я правда рассчитываю на это. И вот, я вижу уже первые вроде как сообщения о том, что все работает. Пожалуйста, напишите, что все работает. Это... Я не понимаю, у меня с приборами в последнее время очень тяжело. Ничего не работает, как оно должно быть, уже несколько дней подряд. И я... Это напрягает довольно сильно. Бобр 2477, и тебе привет. Все отлично, все пишут, что все ок. Ебака, и тебе привет тоже. Голос громкий, серьезно? Давайте я проверю уровень в микрофоне, просто на всякий случай. Так. Да, голос действительно был супер громкий, сейчас все стало нормально. Собственно говоря, все, всем привет, это Hitbox TV с Лешей Мерзулин. Через тернии к стримам, так сказать, через... плохо работающий софт и хард к неповторимому стрим-экспириенсу на Hitbox TV slash Мерзулин. Это здесь. Hitbox время, Зулин время, все в итоге сошлось. Всем привет, привет, Ксарда Смэш, Скотаел, Грифон, Найт Максис. Night Maxis, это типа как студия, которая делала Sims какое-то время. Только ночная версия Night Maxis. Колесар, привет, Картотека, Аняш и прочие замечательные люди. Привет всему нашему чату и просто людям, которые в Ридонли, в Очонли. Всем огромный привет. Вы можете слышать иногда кота, но это на самом деле не кот. Это... ветер за окном звучит немного похоже на кота, но такой уж Санкт-Петербург. Ничего не могу сделать с ветром, понимаете, как это работает. Вот. Что с какой-то ел? Ну, я не знаю просто, как точно произносить ник. Телепозинатор, тебе привет тоже огромный. Носи Evil, Десу Мантра. Скоата ел. А как произносить этот ник еще? Я не знаю. Байкион, привет, дела ничего. Кот, и вот тебе коту тоже передаю привет от Оняша. Так. Да, я извиняюсь за 15-минутную задержку, но это иногда у нас происходит. Но в любом случае, главное, что мы наконец-то здесь, и мы готовы начать. У нас сегодня Little Big Adventure 2. И для тех, кто внезапно первый раз на этих стримах, это очень-очень старая игра, по-моему, 97-й или около того год, французская студия некоторая. Это такой квест-адвенчур от третьего лица с условно фиксированной камерой. И... я так на игры поправить, а что с ним? Мне здесь довольно сложно мониторить это в реальном времени некоторым. А, вот там, да, что, ну-ка, сейчас я попробую. Так. Как бы мне... да, я вижу, что там есть проблема. Давайте я попробую как-то сделать так, чтобы проблема перестала быть. Возможно, это поможет. Слушайте, странота какая. А, сейчас все будет. Это потому что... Да, некоторый кропинг имел место быть, поэтому немного все сломалось. Когда же будет так, чтобы ничего не ломалось бы? Все. Все починилось. Все должно быть хорошо. Ну, пожалуйста, пусть все будет хорошо на этот раз. Так.
Тубровин, привет, ничего не пропустил тут пока настройки и вся фигня. Faust the Dark, я скажу, что игра абсолютно, ну не абсолютно гениальна, но она очень-очень хороша, особенно для своего времени. То есть и с сегодняшнего дня, конечно, это из тех игр, когда смотришь и жалеешь, что так игры не делают больше. Это... Мяобот пишет, что Fox 7 только что подписался, хайп. У меня... А, вот, да. iFox 7 только что подписался, действительно хайп. Привет тебе огромное, iFox 7, спасибо за подписку. Очень здорово, ты теперь подписчик, у тебя есть значки там и прочие штуки, о которых я сейчас расскажу. Видимо, теперь у нас Мяобот настроен так, что он оповещает чат о новых подписчиков раньше, чем я, ну, раньше, чем на экране появляется уведомление. Это прикольно. Ланин, привет, а тебе, Мегагем тоже, йоу. Да, сейчас коротенечко про подписки расскажу, про все такое, и мы начнем. Hitbox TV / Эрзулин, у нас есть кнопка, которая называется Subscribe. Вы можете на нее нажать, она там каких-то небольших денег стоит, да, вы за это получаете значок, там, смайлы, 4 евро в магазине игр g2a.com и прочие всякие ништяки. И таким образом очень сильно помогаете проекту, помогаете этому каналу, YouTube-каналу и всему, как бы, что я делаю. Спасибо вам огромное тем, кто это делает, тем, кто нажимает, тем, кто подписывается. Я это не недооцениваю, это очень ценно. Наши подписчики — это очень ценные для нас люди. Как и, собственно говоря, наши не подписчики, вы тоже безумно ценны и безумно помогаете нам тем, что просто нас смотрите. Но если вы чувствуете некоторую потребность или настроение, можете на эту кнопку нажать. И это замечательно. Также есть две кнопки: Donate туда-то, туда-то, понятно, что они делают. Donate PayPal выводится на экран и делает звук. Donate Kiwi не выводится на экран и не делает звук. Но я перед перерывами читаю и их, поэтому... Собственно, все, с этим разобрались. И поехали, собственно, в игру. На чем мы остановились? Я сделаю немного потише себе звук, потому что громковато. Faust the Dark. $5 немаленькие деньги. Ну, как сказать, с одной стороны, с сегодняшним курсом, в принципе, это немного больше, чем это было раньше. Но я имею в виду... Ну, $5 — это $5, в общем. И 4 из них все равно возвращаются в виде карточки, на которой можно игры купить. Так, где мы... Где мы есть? Последнее, что мы сделали в этой игре, это получили вот этот замечательный джетпак, на котором можно летать на расстоянии... Там... Сейчас я чуть-чуть потише игру сделаю, потому что, возможно, это проблема. На этом замечательном джетпаке можно летать на расстоянии там миллиметра над землей. И, собственно говоря, выглядит как абсолютно бесполезная фигня, но, конечно же, она поможет нам в кое-каком моменте. И первое, куда надо зайти, это... Если вы помните, в какой-то момент мы... Сейчас я на карте попробую это показать. Мы спасали чувака из пещеры, которая находилась вон там в самом северном краю карты, там, где красная фиговина нарисована. И там вроде как был заход в некоторый данж, но в него было не попасть, потому что он прям над водой стоит или что-то в этом роде. Или я что-то путаю. По-моему, это было не там вообще, где я сейчас сказал. По-моему, это было в месте, куда дракон нас привозит. Сейчас надо уточнить у дракона этот нюанс и полететь на... Ну, видимо, сюда. Опять-таки, для тех, кто случайно не в курсе вообще, что происходит и первый раз на Little Big Adventure, главный герой, его зовут Твинсон, вся планета называется Твинсан, типа двойное солнце, да, и телепузинатор U-Monster и просто пингует на 965 рублей, спасибо тебе огромное за перевод,
за то, что ты с нами, телепозиционер, как ты видишь, мы как один из звуков заменили гладосом. Я, честно говоря, и это произошло по той причине, что сломалась повещалка на прошлом стриме, и в попытках ее починить, в общем, это первое, что под руку попалось. И, в общем, у нас и повещалка о сабскрайберах и о донатах немножко сейчас не отлажены. Но наша лучшая команда техников этим уже занимается, поэтому я надеюсь, что скоро все будет в порядке с оповещениями, со всей фигней. В любом случае, спасибо тебе огромное за перевод. Я, Гладос, не склоняюсь в мужской род, но Гладоса, ну, может быть, как ник революция уса, действительно. В общем, вот, да, для чего вся эта история была. Мы можем на джетпаке влететь сюда. И я сделал огромную ошибку в том, тем, что не сохранился, потому как здесь можно отъехать довольно легко. Да, теперь все будет как-то получше. Я соберу это сердечко в рог. Да, и, в общем, история в том, что планета называется Твинсан, главного героя зовут Твинсон. Это не просто так, Твинсон — это типа что-то местного, что-то вроде местного Иисуса, что-то вроде, ну, такой культовой фигуры, да, потому что в ходе событий первой части игры он спас планету. Так, сейчас мне чуть ёбочник пролетел. И как любой человек, который хоть раз спас планету, да, и он проклят, как бы, на то, что он вынужден спасать эту хреновую планету снова, снова и снова. И, собственно, вторая часть игры, она тоже заключается в том, что мы спасаем... Нихуя себе, это что, скелет? Господи, это скелеты? Как же мне справиться с ними? Я не думаю, что мое традиционное твинсанское приветствие, что этого будет достаточно, потому что это же целые скелеты. Они такие спуки, спуки скелетонс. Я попробую сейчас поприветствовать его. Ну, знаете, в принципе, это работает. Оно станлочит, оно достаточно дамага будет. Да, они умирают от кулаков. Раст механик, привет, я еще не прошел, нет. Мы прошли где-то треть на этих стримах, да. Игра достаточно длинная. Поэтому вот. Вот. Да, и сейчас произошла такая ситуация, что был шторм, ну то есть погода плохая очень была. Куда-то делись все погодные магии. Мы спасали, в общем, одного. Мы спасали какого-то чувака. Он погодный маг дофига. И он разогнал этот шторм. И в итоге шторм расчистился. И на планету высадились летающие тарелки с пришельцами, с какими-то космическими собаками, с кучей всякой инопланетной неудобной всякой истории. И поначалу эти пришельцы говорили, что они пришли с миром, что не бойтесь нас, верьте в нашу дружбу. Но потом они начали мутить довольно странные штуки. То есть они начали забирать на свою планету всех местных волшебников и куда-то их увозить. Мы пока на самом деле не знаем для чего, да? Единственное, что мы пока знаем, это то, что пришельцы ищут конкретно вот главного героя, конкретно Твинсон. Он является персоной интереса для этих пришельцев, и они, в общем-то, там практически стреляют на поражение, когда видят его. Так что сейчас мы уже были. Fall of the Dark, да, управление с клавиатуры, это... Так, стоп, мне кажется, я сейчас что-то не то сделал. Ой. Да, управление с клавиатуры, опять-таки, 97-й год, там особо... Ну, я думаю, если Joy2K сделать, то можно, конечно, приладить джойстик, но я играю так, как в это играли деды. Картотека спрашивает, что я думаю об Unreal 98-го года. Да, собственно, ну, ничего такого особого не думаю. Хороший Unreal, то есть, ну как, я не... Многие игры я не застал, как бы, в период, когда они были актуальны, в том числе и Unreal, поэтому это было что-то из того, во что я играл уже, ну, постфактум, скажем так, да.
Это было хорошо, но это меня не шокировало как-то особенным образом, потому что ну, на тот момент, когда я запускал ее первый раз, я уже большинство из этого видел. Вот. Подними лифт с коробкой, ебано говорят. Да я вроде поднимал лифт с коробкой, но... То есть... Это пазл, что ли, какой-то? Мне нужно лесенку из них сделать или что? Мне показалось, что этими коробками нужно просто по какой-то причине запнуть эти дырки и все. Я большинство пазлов, честно говоря, просто забыл в этой игре. Поэтому я тут немного... Поэтому я тут немного теряюсь. С двумя коробками, чат говорит, Вилфрей говорит, с двумя коробками нужно поднять лифт. Сейчас попробую именно это и сделать. Так. Я не очень пока представляю, к чему это приведет, но разве что одну коробку на другую поставить, что в этом вроде. Тут такое себе, камни... Очень... Даже не знаю, чем их назвать, но, в общем, они дают тебе ХП, но для того, чтобы их разбить, нужно словить в ёбыч парочку осколков, и это отнимает твое ХП, поэтому это довольно-таки бессмысленные камни. Роланд Эф, да, я читал эту статью про Target Audience Doesn't Exist. Я по большей части... Ну, я не то чтобы обладаю экспертизой, чтобы там соглашаться или не соглашаться, да, но мне понравилась статья. Я нахожу ее довольно, ну, разумной и аргументированной, скажем так. И в принципе, то, что в ней написано, подтверждает достаточно. Ну, подтверждается и как-то... И моим каким-то опытом и наблюдениями. То есть, для тех, кто не знает, о чем речь, Сергей Галенкин недавно опубликовал материал, который называется «Your target audience doesn't exist», то есть, ваша целевая аудитория не существует. И основная мысль в том, что когда игры пытаются... Так, я что-то делаю очень странное сейчас. Когда игры пытаются... продавать себя аудитории других игр. Ну, то есть, типа, о, ты любишь Доту, а вот мы сделали игру, которая очень похожа на Доту, почему бы тебе ее не купить? Это, как правило, не работает. Да, потому что люди, которые играют в Доту, им нафиг не надо играть в другую мобу, за исключением редким, да? И такого же плана... Ну, то есть, ну, грубо говоря, Сергей Галенкин говорит в этой статье о том, что... Игры это не единицы рынка, да, а каждая отдельная большая игра это в целом рынок сам по себе. Поэтому вот. Поэтому игры, которые пытаются, ну, клонировать что-то, они не совсем успешны. Так, я... мне кажется, дело не... Мне кажется... Мне кажется, что я понял, что нужно делать. Одну секунду. Ау, ёбыч, земля. Мне кажется, что один из этих камней нужно доставить... А как это сделать с другой стороны? Мне вроде показалось, что один из этих камней нужно доставить вон туда наверх и сбросить его как-то так немножко, но я пока не очень понимаю, как... Да, вот я тоже думаю, что ящики надо друг на друга поставить на Night Maxis, но я пытаюсь выяснить, как в точности это можно сделать. Можно, конечно... Можно попробовать сделать вот некоторую такую ситуацию, типа поставить этот ящик на краю, у края здесь, и сбросить сверху второй. Это может сработать. Сейчас я попробую это сделать. Так. Но Сивил пишет. Подними оба, оставь один там, и лифт спусти, потом второй скинь. Не совсем понимаю логики за этим, честно говоря. Мне кажется, что... Если мне удастся как... А, окей, я не туда оставил. То есть я сейчас поставлю этот ящик вот как бы сюда.
Вот так, чуть-чуть подальше, чтобы оно лесенкой получилось, да? И попробую подняться на этом лифте и сбросить обратно. Так, и сталкиваем этот ящик сверху на второй. И... Так, отлично, теперь ящики стоят друг на друге. Хули это нам дает? Это нам дает то, что мы можем... Так, ну как-то, короче, я не знаю, я не думал, что они так брутально сдвинутся. Но они это сделали. Так, я пока не понимаю. Мне кажется, это из тех пазлов, которые надо тыкать и не понимать, что ты делаешь, до тех пор, пока не поймешь, пока оно само себя не решит. Чёрт. Мяч, мячак. Ну, практически основное оружие в этой игре — это вот этот мячик. Теперь упади на них сверху и активируй лифт, пишут в чате. Как это упасть на них сверху? Я понял. Звучит немного крайне странно, но сейчас попробуем. Смогу ли я активировать лифт отсюда? Ну, основное оружие здесь это мяч и дротики всякие, но там в глубоком лейте появится сабля, которая ебошит. Очень много дэмэджа будет вносить эта сабля. Да попади ты в этот рычаг. Оп. Носкоп. MLG moments. Так. Черт. Отлично. Окей. Делает огромный смысл, супер интуитивная загадка, но я ее решил. Время сохранится, не будем совершать ошибок, которые мы уже достаточно на этих стримах совершали. Ау! Хорошо. Еще один крыса-скелет, время поприветствовать его традиционным твинсанским приветствием, ударом в ебач. Несколькими даже, потому что одного ему не хватит. Я, честно говоря, абсолютно забыл. Абсолютно забыл загадки в этой игре. И вот эту всю... Весь этот данжен. Ебать там... Ничего себе. Я забыл эту ебаку. Вообще не помню, что это. Но это вот то, что там хранится, я помню. Это штука, которая будет делать штуки. Типа, она нужна по сюжету. Поэтому сейчас я только выясню, как бы так заабьюзить, короче, местную хрень. Возможно, таким образом это можно... Да, это можно сделать как-то вот так вот стрелять. Он кидается в меня каким-то говном, что это? Нихера себе, я как-то... То есть он вынуждает меня идти и драться с ним в милишную. Хорошо, у меня есть один клевер. Ёб твою мать... Это похоже... Это похоже на гидралиска какого-то или что-то в этом роде. Какого-то прямоходящего такого гидралиска без хвоста, да, с ногами. И когда его бьешь, из него какие-то металлические звуки, то есть... серьезное дело. Да, и эта штука... Это у нас... Protective spell. Который делает... Не, по-моему, это не нужно было, честно говоря, для сюжета. По-моему, это просто некоторая такая фиговина, которая вокруг нас теперь может летать. И отражать всякие разные штуки. Сейчас необходимо некоторый геноцид летучих... Да, опять я нажал Alt-Enter, нельзя никогда в этой игре нажимать Alt-Enter при стриме. Jesus.
старые игры, они абсолютно чудесные, но они плохо дружат с современными какими-то историями. То есть им не предъявить, что типа, почему вашу игру так неудобно стримить? Потому что тогда не было всего этого говна. Да умирай ты, мразь! Ой, хрен с тобой, короче. Я полетел на своем этом... А, блядь, сука! Да, понятно. В общем, этот джетпак работает так, что если ты превышаешь, как бы, высоту, то, как бы, ты падаешь вниз и умираешь, независимо от того, что это джетпак. Стоп, мне сюда вроде как даже лететь-то не надо. Fall of the Dark. Alt-Enter пытается растянуть игру на весь экран, она у меня сейчас в окошке запущена для удобства для стрима. Alt-Enter пытается растянуть эту игру на весь экран, и он, главное, этого не делает, да? Но он как бы... Фак! Да, он этого не делает в полной мере, то есть он просто, ну, закрывая альтабает все окна, в общем, и немного его... Факапит мне здесь все, то есть как бы ничего функционального нет. Некрозис, Блэрскую ведьму для стрима приспособить абсолютно не получилось. Я буду заниматься этим вопросом, видимо, дальше, но это очень большие проблемы, короче. То есть оно работает непонятно на какой магии, это ведьма Блэрская, поэтому... Только звук пока, к сожалению. Но я работаю над этим, я очень хочу постримить ведьму из Блэр. Так, отлично, одна мышь уничтожена, теперь вторая, потому что вторая в каком-то совсем узком пространстве там летает, и это не выглядит как что-то безопасное для полетов на джетпаке. Сотрудник Моссад, да не задавай ты мне вопросы про то, типа, нахера я сохранился в плохом месте, я вообще, ну, мне очень тяжело следить за этим, у меня гуманитарный факультет, и я идиот, делай на эту поправку. Пора бы знать уже, ты здесь... Ты вроде здесь не первый день. Фаренклоу, привет! Я опоздал на 15 минут и пропустил ты то, что вот мы только что убили ебаку. И проебали клевер абсолютно идиотским образом, вот чё. Ну и нашли клевер сразу другой, как бы вот, и... В общем, даже ничего не потеряли, и мы можем по факту забыть об этом неловком происшествии. А когда эта трубочка апгрейднится, там, по сюжету... Блять, я отпустил кнопку вперед, сука! Блять, опять здесь начинать, как, блин, почему? Почему так сложно быть дебилом, ну правда? Ну, в общем, когда эта трубочка... Очень тихо у нас как-то оповещалки работают. Сейчас я починю их. Чтобы они все-таки чуть погромче-то работали. Я сделаю этот звук донейшена еще раз, просто чтобы проверить. Да. Сап, видишь, поедешь на Игромир в этом году, уже месяц остался. Правда, по-моему, с каждым годом у Игромира все хуже дела с непосредственно играми. Шекели на что-нибудь полезное. Спасибо тебе огромное, Атма, за шекели, на что-нибудь полезное. Будь уверен, на это они и пойдут. По поводу Игромира, да, конечно, мы будем... Конечно, мы будем на Игромире, и что у меня случилось тут? Да. Я не знаю, ну, да, с играми каждый раз немного хуже становится, но... Но... Все равно интересно посмотреть, что там, интересно пообщаться с людьми. И, может быть, на этот Игромир демку Dark Souls 3 привезут, как бы, чего еще можно от него хотеть. Так что вот. Так что да, на Игромире мы, конечно, будем.
наверное. Так, минус первую. Да, блин. Ну, было близко же. MLG, no scope. Все. Теперь сейф, это важный сейф, сука. Все, поехали, покатились. Фауст Задарк спрашивает, считаю ли я, что здесь в этой игре нужна тут вообще боевка или нет. Ты знаешь, я скорее склонен считать, что да, потому что она делает, она очень много разнообразия вносит, и в принципе она не настолько выбивается, чтобы ее можно было назвать какой-то, да, не, ну, неестественной и неорганичной, да, тем более, что... Ну, как-то и она не только боевка как таковая, она еще и в загадках принимает участие. То есть я не вижу проблем с боевкой здесь. Ну, единственное, что, конечно, она немного такая, немного непонятная, да, немного стрёмная, там, косячная моментами. Но это ничего, то есть она tolerable, да, она терпимая. Так что у меня нет проблем с боевкой. Так, насобирали всяких штук и, в принципе, сваливаем, по идее. Ланин, на столку Мора, насколько я понял... А, что? О, господи, блядь, серьезно? Откуда здесь это дерьмо взялось? Я не ожидал, я отвернулся посмотреть на второй монитор, а здесь вот эти пилы, короче, в общем, нельзя отойти ни на секунду вообще. Да, так вот, про боевку сказал. Да, Моротопия, настольная игра, насколько я знаю, выйдет ровно тогда же, когда и, собственно, экшел игра Моротопия, ремейк. То есть это что-то, что они задумали, ну, как бы поддержка самой игры ремейка, поэтому ждать настолку по Мору раньше, чем сам Мор, вряд ли получится. Но, опять-таки, это за что купил, то есть, может быть, что-то поменяется, может быть, я неправильно помню, но вот я... Ну, у меня в голове вот такая информация. ТДРС, да, я знаю, что это заклинание защитит от мышей, но оно стоит очень много маны. Хотя, честно говоря, не так, чтобы и супер много. Но все равно, то есть, как бы, мне... Оно, не знаю, оно мне как-то не очень нравится. То есть, оно... А что, если оно закончится прям в самый ответственный момент? Неприятно будет. Зато оно тоже бит дает довольно неплохой. Надо попробовать, что будет, собственно, если смешать этот звук со звуком плевалки. Сейчас оно пропадет. А, и все, как бы маны нет, вот и Protective Spell, так что... Ну ладно, я готов к пилам. Так. Оп, пилы. Все, я доказал, что я умнее этих пил, которые довольно забавным образом складываются, надо сказать. Теперь время доказать, что я умнее летучей мыши. Ха, тут Rust Mechanic пишет, что надо, чтобы мяубот каждые 5 минут писал мне, чтобы я засейвился. Виспер, возможно. Потому что я...
забываю сохраняться довольно часто. Но сейчас вроде сохраняюсь. Так, ну окей, это сделано. И, по-моему, теперь следующая штука, которая важная вот для этой истории, находится на втором острове. Я только что пытался нажать на рацию, чтобы поговорить с женой, и она сказала мне, как бы, какие у меня конкретные объективы есть. Я не вижу просто ни одной красной стрелочки здесь, ничего такого. А есть у меня? У меня нету с собой шестеренки, чтобы на космическом корабле летать. Так, ну... Что? Слетаем на цитадель, просто спросим у нашей дуры жены на тему того, что делать, как бы, и поприветствуем ее традиционным твинсанским приветствием, потому что это вежливо. Так. Вопрос только, где она? Наверное, дома. Наверное, дома на кухне. Да. Это не совсем кухня, но близко. Традиционное твинсанское приветствие. А, мы ищем декана школы магии. Мне нужен шар Сандел. Так... Ничего нового, собственно, мы здесь, судя по всему, не получаем. Кому можно обратиться на этом острове вот так вот, чтобы не... Так вот, чтобы не обломаться. Наверное, никому. Наверное, нужно слетать на Desert Island и там побродить. Где моя машина? А, понятно, моя машина на другом конце чертового острова, хорошо. Ну и, собственно говоря, да, по поводу сюжета. Дальше, опять-таки, если кто не первый раз смотрит, вот, в общем, эти пришельцы прилетели, и они ищут, собственно, Твинсона. По какой-то причине, которую мы пока не знаем. А также они забирают местных детей и волшебников. Сначала волшебников, потом детей. И детей вроде как уже забрали, и надо с этим что-то вроде делать. Секунду, человек сосисочкой пытался. Да. Так. Здесь Макс33 пожертвовал столько же, 33 рубля, и пишет: Зулин, передай привет Ксюше Соколу, пожалуйста, и скажи название твоего вейпера, и сколько он примерно стоит. Ксюша Сокол, тебе огромный привет от Макс33. Вот, это я передал, и вейпер у меня кангертековский субокс. Собственно говоря, набор кангер саптанк и... Батарейка из набора. И сам вон 50 рублей пожертвовал, custom message. А, это я нажал, да? Да, это я нажал. Я случайно нажал тестовый донат, сорян. Фудживара, а детей волшебников здесь нет, потому что, чтобы стать волшебником, нужно... Нужно сдать специальный экзамен, без которого тебя волшебником не сделают. Вот, и как бы ты, видимо, когда ты... Ну, только взрослые могут его сдать или что-то вроде этого. Да черт! Как же больно они бьют. Я из него выйду Во! Клевая штука позволяет смотреть катсцены абсолютно ни для чего вообще не нужна. Memory Viewer. Серьезно, ты нажимаешь на нее? Катсцена, которую мы видели когда-то. На рыбок можно посмотреть. Это катсцена из момента, где мы летели, точнее, где мы на пароме плыли. Да, так вот, эта штука стоит вся примерно 5000 там с чем-то, да. Ты за это получаешь, вот, ну, все, что здесь, и батарейку, и танк, и все.
собственно говоря. Да, окей, он просто здесь будет гонять кучу катсцен, их буквально нужно эскейпом пропускать. То есть они запускают все катсцены, которые ты видел до этого. Это ужасно. Это ужасный предмет, я не понимаю, зачем он нужен. Ну, а iFox 7 купил себе на гифт-карту от Subscription на gtoy.com Wasteland 2, собственно говоря. Поздравляю тебя с этим. Так, время мне подлечиться. Да, и как бы вот, ну, стоит она там около 5000, ты за нее получаешь более-менее все. То есть, если ты про вейпинг ничего не знаешь, только начинаешь, если ты любишь большие облачка, то ничего идеальнее, я думаю, ты не найдешь. Ну, может, найдешь, но вот это мой вариант. Эта штука не работает. В этой штуке монетка. В общем, понятно, это не нужно. ТДРС, когда играл, ролики были вырезаны у него, а у меня здесь будет работать, поэтому welcome to этот стрим, так сказать. И смотри, здесь никакой ролик в первый раз пропускать не будем. Все увидишь, весь, все сюжетно важные ролики. Так, магаз. Этот магаз грабануть не получится, придется купить абсолютно честным образом кучу сердечек. А, у меня денег нет, окей. Такаги 23, привет тебе. Извини, пожалуйста, что анонс был поздно. Немного мой косяк, связан тем, что большую часть времени не имел возможности вообще ничего не записать, нет, потому что находился немного в другом месте. Так вышло. Постараюсь как-то минимизировать такие события, но иногда бывает. Прости, пожалуйста. Так, куда можно сходить-то? Я даже как-то... не сразу. Я говорю, никакой ролик пропускать не будем, когда они будут в свое время. То есть это я... Эти ролики я пропустил, потому что они... Мы их уже видели, они запустились из вот этого предмета, Memory Viewer. То есть ты на него нажимаешь, и он проигрывает тебе абсолютно все катсцены, которые были в игре друг за другом. То есть если будет большой общественный запрос на эту штуку, то я, конечно, нажму, и мы все посмотрим. Но я не думаю, что это настолько важно. Так, нет, этим пользоваться я не хочу. Ау. А, тут же были это... Тут же был слон раньше. Что ты здесь делаешь? Что ты со слоном сделал, сука? Слона верни! Хэштег верни слона. Ну, три монетки из него неплохо. Ну, дерзко пожертвовал 50 рублей. Пишет привет всем, много впустил Витал. Хотим рейв сосисок посмотреть. Чат хочет очень посмотреть рейв сосисок. Я не знаю, кстати, пролечу я здесь на своем джетпаке или нет, честно. Попробуем сохраниться и... Пробовать. О, нитро-мега-пингвина запостили. Нитро-мега-пингвин. Так, нет, джетпак useless. Черт. Ладно, я чисто, чтобы память освежить, я зайду еще раз к чуваку в школе магии, потому что он мне вроде как первый раз подсказывал, куда мне идти. Игру погромче сделать просит, обязательно сейчас сделаю. Как только в меня перестанут стрелять из космического оружия... Игра сделана погромче. Так, да, ну кино, ты не очень много пропустил. Я пытаюсь, ну как бы ничего сюжетного особо не произошло. Я нашел свою тачку, и мы, я пытаюсь в школу магии, так сказать, и попасть вот да. Потому что я надеюсь, что в школе магии там умный чувак есть, который подскажет мне. Куда конкретно я иду? Я знаю, что мне надо сделать, но я не знаю, куда. Силас Дэр, доктор Силас, спрашивает, что сегодня только ЛБА или что-то еще будет. По большей части только ЛБА.
Но под конец, скорее всего, традиционно Вазика поиграем. На этих стримах вроде бы я играю Вазика еще под самый-самый конец. Так что вот. Так. Господи. Вокруг просто... Это самый грустный какой-то слон, честно говоря, потому что... Вокруг уже апокалипсис, там везде прилетели пришельцы, всех убивают, там, ну не убивают, да, но всех похищают. По улицам ходят метал-гиры, стреляют во всех, да. Все волшебники похищены, этот слон все сидит и жалуется, что он экзамены сдать не может. Просто... Hello. Груст. Собственно говоря, он говорит о том, что все, мне задолбало учиться, я буду что-нибудь другое изучать, например, вот что-то связанное с Зиличем. Зилич — это вот вторая планета, родная планета вот этих пришельцев, называется Зилич. Почти как Зулич, почти как Зули, что важно. Застрял в херне. Весь чат просто приветствует дерзко Нукину. Я присоединяюсь. Так, традиционное твинсанское приветствие для Тян. Традиционное твинсанское приветствие для старого деда. Good day, master. Have you found the ball of Sender? Again, all I know is that it lies on Citadel Island, uh-huh. And that only the lightning spell can free it. В общем, эта штука, которая нам нужна, вот этот шар Сендел. Сендел — это местная богиня или что-то в этом роде. Ну, то есть, как Твинсон, он такой просто культовая фигура, а там есть вот реальное прям божество. И это находится на остров Цитадели, откуда я только что улетел. Значит, я все-таки был прав. Значит, все-таки куда-то в ту сторону мне надо было в итоге. А я не проверил, не сходил. Хорошо. Хорошо. На самом деле, серьезно, то есть, люди, если вы смотрите, если вы не знали об этой игре, и вы просто смотрите эти стримы, вы не представляете, что впереди будет. Я очень сильно советую, если вы еще себе не наспойлили каким-то образом, не делайте этого, просто подождите, пока мы по естественной прогрессии все это пройдем. Потому что дальше будут темные культы, космос, какие-то совершенно, в общем, совершенно разные сеттинги, куча планет, ну, две точнее, но очень разнообразная вещь, поэтому stick with us. Вантус параллелит местную Синдел с Синдел из Mortal Kombat, которая известна своими длинными и здоровыми волосами и очень харизматичным и громким голосом. Мне очень нравилось играть за Синдел в Mortal Kombat Ultimate, третий, который одна из моих любимых, один из моих любимых персонажей. Даже не столько за, как бы, фаталити, сколько за, ну, какие-то просто скиллы, духи, что... Ну, во-первых, прежде всего за то, что ее захват выглядит... Кстати, надо с этим верблюдом поговорить, как у него-то дело. Это мистер Портуа спрашивает, какой у меня любимый пивас. Я не очень люблю пиво. В целом, поэтому я не могу какое-то свое любимое назвать, но... Ну, когда я его таки пью, это обычно... Ну, не знаю, это обычно что-то... Ну, если мы говорим о баночном, да, не о, в кафе там, в ресторанах, да, о баночном, то это... Ну, или Хугарден, или какой-нибудь там... Бат какой-нибудь, я, честно говоря, не знаю. То есть, мне нравится Хугарден, и мне нравится... Я забыл название, да, но там 4 цифры в конце. Что-то типа... В общем, пиво какое-то французское, и там 4 цифры на конце. Вот это я помню.
Блин, зеленый Metal Gear, он более хардкорный, чем тот пустынный желтый Metal Gear, потому что он по три проджектайла. Pleasure to Kill отмечает, что Хугарден — это вообще-то гейское пиво. Да, я абсолютно не против этого. Более того, мой любимый коктейль, один из моих любимых коктейлей — это дайкири. Это, по-моему, самый гейский коктейль из возможных, поэтому... Это место Портуа. Ну, я не знаю, ресторанное зависит от места сильно, потому что... ну, например, вот у нас в Петербурге есть что-то, что называется Василеостровское светлое или Василеостровское темное. И оно мне всегда оказалось очень даже неплохим. И если есть возможность, то я его беру обычно. Вот. Но так как я уже говорил, я не то чтобы сильно любитель пива, то есть я больше, типа, ром с колой kind of guy, поэтому... Кроненберг, вот, Кроненберг, Вантос правильно пишет, коровку традиционно поприветствовать, надо не забыть, это невежливо будет. Так, и вот, вот попробовать как-то сюда забраться, да, и отсюда, возможно, мы куда-то придем. Вот, записочка есть, короче. Что-то здесь начнет происходить. Lightning Potion, да. Да ёб твою мать, опять Desert Island отправляют. Мне нужна ебучая жемчужина Incandescence. Что такое Incandescence? Я забыл, как точно это слово переводится. Ну, в общем, да, мне оно нужно. Но в этой лампе, кстати говоря, у волшебника, который здесь жил, находится порно с моей женой. Смотрите. Это 3D... Там, как это сказать? 3D... Порно, короче, из лампы. Вот, то есть, ну, как бы... Как называется этот самый, когда картинку проецируют на стены и делают, или на поверхности, и делают всякие 3D красивые штуки? 3D маппинг или как-то так, что ли, в общем, довольно круто. Ну, кино спрашивает, будет что-то кроме адвенчуры, но если имеешь что-то круто кроме этой игры, то, ну, собственно, в основном, то есть большая часть стрима это будет LBA, но также под самый-самый конец в Binding of Isaac чуть-чуть поиграем, но... Ну вот. Не-не, не голограмму. Ну, вот это было похоже на голограмму, да. Но я пытался вспомнить слово 3D-маппинг, который... То есть, там берут... там проецируют картинку на... ну, на какие-то поверхности, да. То есть, складывают в реальном мире, там, скажем... Ну, складывают кучу кубов друг на друга, да, и с разных точек проекторами на них проецируют всякие там цвета, всякие штуки, и получается типа красиво. И вот это вроде как называется 3D-маппинг, да. Это относительно, ну, относительно недавняя вещь, да, там несколько фирм этим занимается, это в основном для корпоративов, там концертов, всяких праздников. История. Так, и где же мне найти эту жемчужину? Может, ну, черепаха... Может быть, черепаха знает, реально. То есть, мне нужна жемчужина of Incandescence. И как бы жемчуг — это что-то связанное с водой, черепаха связана с водой. Может быть, она знает. Но если она меня опять повезет на ту хрень, то это useless. Oh, hi, Twinsen. Нет, она предлагает... В другую сторону совершенно, это меня не интересует. Так, ну, давайте посмотрим на карту. Значит, ну, жемчужина не на том острове, по идее, потому как... Ну, я там был вроде, и там ничего вроде как нет, вроде бы. Вот здесь, вот там, вот внизу, на юге этой карты, скорее всего, то, что я ищу, да. Да, я постоянно забываю, что в тачке есть... Опять я Alt-Enter нажал, да твою-то мать! Просто, понимаете? Ситуация в том, что Enter — это кнопка, по которой здесь камера переводится. То есть, вот видите, я сейчас смотрю, камера... Как бы, я хочу ее повернуть, да? Я нажимаю Enter, камера поворачивается. И
как бы в этом и неудобство ситуации, в общем-то. Так, смогу ли я? Потому что огонь из пулемета это альт. О, ты настолько огребаешь, человек, сосисочка. Я не могу пролезть в это дерьмо. Черт. Ладно. Придется оставить свою супертачку здесь. Так, я так могу застрять надолго, поэтому я припаркуюсь здесь, что ли. Блин, и он резнулся, серьезно? Ой, как я не люблю это. Изи катка. Ксен, стоит ли в нее играть, если не нравится визуальный стиль? Слушай, я не знаю, мне кажется, что... Ну, стоит попробовать, да, но если это для тебя будет прям супер большой проблемой, то, наверное, нет. Потому что, ну, для меня в ней, во-первых, очень много ностальгической ценности, да, как я уже говорил, это одна из тех игр, в которые я в детстве очень много играл. И как бы... Ну, но с тех пор играл мало, да, и поэтому, ну, смысл этого стрима, этих стримов в том, чтобы, ну... заново перепрожить эту игру, да, и поделиться этим с вами. Но так-то, в принципе, уж чего-чего, а хороших квестов, да, адвенчур и всего вот такого в мире более чем достаточно, поэтому пропустить Little Big Adventure не так страшно, наверное. Но я как бы советовал бы попробовать, потому что это действительно, ну, довольно уникальная вещь по формату, как бы, и по жанру, и по всему остальному, то есть... Как бы вот так, я бы так сформулировал. Так. Что у нас здесь? Чел с треугольной головой, получая из трубки, пидор. Эти чуваки очень удобны, потому что они, когда в станлоке, они не перемещаются. То есть они приклеены к земле, а некоторые другие враги откатываются. Поэтому в этих можно стрелять из этой трубочки, они довольно легко умирают. Так, теперь вопросы. Как бы я могу на джетпаке, конечно, сюда. Но там есть звоночек, возможно, мне стоит воспользоваться им. Ну, нет, с ведьмой из Блэр не разобрался, к сожалению, это очень тяжело заставить ее работать в стриме. Заставить ее работать вообще, то есть тоже челлендж, но заставить ее работать в стриме это отдельный челлендж. Я продолжаю как бы гуглить вопросы, очень надеюсь, что это будет все-таки возможно сделать. Лоли черепашка. Ёб твою мать! То есть... Из-за камеры я промахнулся и такой... и утонул прямо перед ней. Мне кажется, Лоли Черепашка была шокирована до конца своей жизни. Человек в попытках запрыгнуть на ее спину... утонул нахер насмерть. О, привет, Твинсон! If you want to take a little sea trip, jump on my back. Оп, made it. Все, поехали. Ты же черепаха специально меня наебала, возможно. Все, в последний момент чуть-чуть такая отодвинулась назад и пиздец. Killer Bottle стрим, по идее, лагать не должен. У меня все написано нормально. То есть по моим приборам все работает. Значит, попробуй обновить браузер, попробуй открыть в другом браузере, попробуй также. Попробуй также почистить куки и почистить кэши иногда. Не прыгать, господи. Опять черепаха пытается меня убить просто по КД. Я сейчас собирался прыгать с ее спины туда.
И она такая, опа, и развернула меня лицом туда, я бы сейчас прыгнул в эти скалы и уебался бы. Тупая черепаха. Бля. Упс. Так. Концентрация. Да, картотека предлагает проверить инвентарь на случай, если черепаха меня обнесла, но нет, вроде все нормально. К слову, это вот Зилосы, это валюта с той другой планеты. Вот. И мы не можем ничего купить на нее здесь, но на другой планете можем пользоваться, как и обычными деньгами. Я 4 клевера с этого собрал, нифига себе. Вот это да. Оп. Так, готово. Ну и, собственно, да, вот этот жемчужины. Для того, чтобы ее получить, обязательно нужен этот джетпак, потому что без него не перелететь через эти шипы никаким абсолютным образом. Все становится на свои места. Как же я люблю, когда такое происходит, вы не представляете. Оу-я. Так. Время лететь на Цитадель Айлендс, совмещать эту жемчужину с котлом. И таким образом у меня будет электрическое некоторое заклинание, с помощью которого можно будет в свою очередь освободить Шарсендел. Так, тут мне что-то в Steam. Некоторый месседж пришел. Какой-то важный, дайте я посмотрю, что там. Шиз The Wicked просит, чтобы я Акзен добавил в френдлист, хорошо. Сделано. Так. По поводу стимовского френдлиста, ребят, я, ну, как бы, я примерно это говорю каждый раз, и я так-то всех с удовольствием добавлял, но нюанс, как бы, в том, что он не бесконечный, поэтому, если я вас в стиме добавляю, я совершенно, как бы, не возражаю это делать, но имейте в виду, что рано или поздно список, ну, просто место закончится у меня, и мне придется, ну, чтобы добавлять каких-то новых людей, удалять старых людей, поэтому если это произойдет с вами, то как это, мои соболезнования, если бы я мог этого не делать, я бы этого не делал. Но пока что место есть. Так. Окей, время лететь обратно. Я примерно помню, где мой динозавр припаркован. Я не очень, как бы, окей, вот эти вот сосисочные чуваки с пушками, это я понимаю. Но почему они на роликах? То есть, как бы, ролики очень сильно ограничивают их возможности, как бы, перемещения. Потому что даже эта местность, тут на роликах можно кататься только по вот этим вымощенным дорожкам. А по, ну, любой, кто хоть раз пытался кататься на роликовых коньках, прекрасно знает, что... Как бы по песку, по земле, по чему-то такому на них вообще кататься невозможно. И поэтому эти, ну, чуваки-сосисочки, они как-то не очень рационально захватывают планету. Так что вот. Вот такая моя критика этого конкретного вторжения. И... Блау Херзок просит еще больше лоли-черепашки. Хорошо, я сейчас я наберу специально для вас лоли-черепашки, чтобы ее голос мы еще раз все послушали. Oh, hi, ну и еще разок.
То есть, может быть, кто-нибудь захочет это вырезать и на смс-ку себе поставить. Hello. Oh, hi, Twinson. If you want to take a little sea trip, jump on my back. Ну и последний самый раз, потому что вот этот кактус уже подбирается к нашей жопе, и ничем хорошим он с ней не сделает. Oh, hi, Twinson. If you want to take a little sea trip, jump on my back. Все, достаточно. Достаточно черепашки. Пойдем отхуярим кактус кулаками. Потому что это то, что я могу сделать. И... И полети над Стадель Айленд. Бак Твинсон. Черепашка, да. Черепашка озвучена на самом деле. Ну, я не знаю, может, если бы у нее было больше фраз, то она была бы точно так же такая странная, странноватая, как и все остальное в этой игре по озвучке. Но учитывая, что у нее одна фраза, которая получилась очень удачно. Так, и теперь вон туда, в самую в противоположный конец Скайрима, как обычно. Так, немного не сюда. Мне, кстати, интересно, что в местном кафе происходит. Давно ты здесь не был уже. О, да, здесь человек-сосисочка, который ухуярился. Это я помню. А ты будешь стрелять в меня? Да, ты будешь стрелять в меня. Боевка! О, господи! Очень много боевки. Ща этого чувака убить надо. А, и винный погреб здесь есть! А у меня... Бля, у меня нет ключей. А в этом винном погребе что-то хорошее. Может быть, у одного из этих чуваков есть. Геламор пишет, что если бы у черепашки было больше фраз, то она бы была его вайфу. Ну, в принципе, справедливо, да. Мирп спрашивает, обслуживаем ли у меня голова у девайса. Здесь есть разные варианты. То есть, вот у меня здесь есть... Необслуживаемый испаритель. Вот так выглядят необслуживаемые испарители для этого танка кангеровского. Это конкретно 1.5 ома сопротивления. Вот такие вот они. И их можно как бы покупать целыми сразу и пресобранными и заменять. Но сейчас у меня поставлен, как ты видишь, он не квадратный, а круглый внутри. Я надеюсь, что видно на камере. И это обслужка. То есть в этой штуке есть и обслужка, и не обслужка. Она немножко гибридная в этом смысле. Но я мотаю сам. Потому что я могу. Может быть, у тебя есть ключ от подвала? Нет, у тебя нет ключа от подвала. Да, ключ от винного погреба. Ой, я. Сейчас посмотрим, что там есть. Я не помню, что там что-то точно есть, но я не помню, что. Ферстав спрашивает, что зачем я главную чесалку навинтил. Я не знаю, честно говоря, о чем идет речь. Но если про накрутку на здесь у меня на этой штуке, то... Ну, она достаточно мягкая, достаточно хорошая. Вообще, очень хорошая РБА-секция, довольно просто мотать. Правда, я пока что мотаю из того кантала, который мне дали в Корсаре, когда я это покупал. И там дали особо не смотря, то есть как бы, а я еще не понимаю, я когда покупал, я же не знал, что, как это вообще делается, от чего зависит. Поэтому я кручу, у меня есть сопротивление в итоге 1.3. Это слишком много, я хочу сделать 0.5 ома, и для этого мне немного другая проволока нужна, и немного в другом диаметре пружины надо свинтить. Окей, в этом винном погребе было 3 рубля и сердечки. Я немного разочарован, я думал, здесь будет больше. А, мундштук.
Мундштук классный. Обычный дриптип для этой штуки выглядит... у меня здесь нет, у меня в другой комнате. Но он поменьше, да? Но это я... Он классный. У него, он немного узкий, поэтому как бы, ну вот, это минус. А так... мне очень нравится форма просто и удобно, то есть... Удобно, что он изогнутый, мне как-то понравился очень, ну, штуку, поэтому я его купил, да. Так, ну ладно, здесь разобрались, теперь время идти дальше по сюжету. Картотека. То, что я делаю, не является курением, так как ничего не горит и нет табака. Мистер Рассвет, пожалуйста, 20 рублей. Зулин, когда ты снова будешь играть на Magic Circle? Ты назвал в мою честь... Сейчас, секундочку. Ты назвал в мою честь фиолетовую сферу, но так и не дал ей ноги. Мне нужны ноги. Мистер Рассвет, я думаю, что мы как-нибудь запустим еще Magic Circle, честно говоря. Что-то вот прервалась у нас с ним история на каком-то моменте, но я думаю, что на одном из стримов сделаем. Не готов совсем отказаться от игры, так что... Мир про пару стрим спрашивает, но я пока не так сильно в теме, чтобы что-то специально запиливать, там, прям про это. Через, ну, на следующей неделе привезут, другой баг, Spire Nautilus, я заказал, потому что он немного совсем другой, он совсем не собомный, он вроде как очень хороший. И как бы тогда я уже могу сказать, что я типа пробовал два разных, совершенно принципиально разных бака, и уже что-то будет что сказать, пока что нет. Ей! Я нашел кольцо молнии для чего-то. Мне его где-то там надо применять, да? Но где? Сейчас я на него нажать по какой-то причине не могу. Возможно, потому что у меня не фулл мана. Возможно, мне стоит сделать себе фулл ману и решить эту проблему. О! И давно ты здесь стоишь и шпионишь за этим грибом? Что тебе сделал этот гриб? Ты, сука, треугольная голова. Умри. Я спасу этот гриб, я должен. Потому что я местный Иисус, я спасаю грибы. Грибы и сопутствующие товары. Отлично. Гриб спасен. И в благодарность за то, что я спас этот гриб, я, пожалуй, соберу этот гриб сейчас. Отлично. Так. Макуя, это баг очень замечательный и отличный, но он типа, ну, он рассчитан под очень низкие сопротивления. А Spire Nautilus, в свою очередь, он наоборот, под стандартные сопротивления, типа там, ну, 1.5-2 ohms, то есть вот такие вещи, и, ну, Дамнинок все-таки по-другому его прям очень советует, поэтому... Поэтому да. А этот кангеровский баг-то совершенно потрясающий. Я как бы. Опять-таки, мне не с чем сравнивать, поэтому говорю как, ну, так вот, типа, немного предвзято, да, потому что у меня ничего кроме него не было, но я совершенно спокойно допускаю ситуации, что если бы у меня было что-то другое, то я мог бы пожалеть. Но это совершенно замечательная вещь. Так,
Мне вроде... Да, фул мана. Пойду куплю себе маны и попробую нажать на этот... На это заклинание. Привет, слон. Традиционное тавинсанское приветствие. Привет, братишка. Не могу, слишком крутой звук. Ну, как бы вот и поговорили, да? Insert 5 caches if you want 10 magic points. 10 magic points. All right. Вот, и теперь я могу применить это заклинание. Но учитывая, что это заклинание молнии, наверное, резонно... Наверное, резонно выйти на воздух куда-то, на улицу, чтобы это сделать. Уу! И это дало нам... Нихуя? Это дало нам нихуя. Ха. Хм. Угу. Понятно. Это заклинание, по идее, убивает всех врагов в области, да? Но я думал, что что-то сюжетное произойдет, когда я на него нажму. Для саптанка лучше всего 0.5 мотать Cinnamon T, да, это правда. Ну как, 0.5 и 0.3 там. Ну конкретно вот этот до 0.3 держит. То есть, в принципе, можешь сделать 0.3 там, и оно будет работать. Но вряд ли ниже. Да, а где тогда мне его кастовать? Ой-ой-ой, у меня проблемы. Одиннадцать Стэн Марша, тебе тоже привет. Привет, большой привет тебе. Я не знаю, чего конкретно я в этом маяке сейчас ищу, но, возможно, какой-то подсказки. А, и... Да. Окей. Меня там, да. Там ничего нет, потому что дверь закрыта. Куда, интересно, мне теперь идти? Lighthouse at the end of the island. Там чувак стоит на нем. Чё ему надо? Эй, чувак. Хм. Но дверь закрыта, я не могу туда подняться, но там определенно стоит чувак. Вилл Фрей говорит, что кастовать надо там, где сфера нужна, чтобы ее освободить, собственно. Вроде да, но вот теперь вопрос, где эту сферу искать? Вот в чем вопрос. Beach Headland. ТДРС пишет: Зулин, ты игноришь меня по поводу корабля. Ты был на острове в корабле. На острове в корабле. А, не очень понимаю, сейчас о чем идет речь. Нет, не понимаю. Hello. Where do you want to go, Twinson? В общем, нужно подумать на этот счет. И нужно сделать перерыв. Потому что мы делаем... А, в корабле пришельцев? На острове в корабле. Но я летал туда, на корабле пришельцев. Но я оттуда уже прилетел. И я не думаю, что я смогу... Я не думаю, что я смогу прямо сейчас воспользоваться ближайшим кораблем, типа, и улететь туда. Вряд ли мне кто-то даст, у меня нет шестеренки, которой для этого надо, или что-то вроде... Ну, как бы... Вот. В общем, сделаем перерыв сейчас, и... Но сначала я должен отпиздить кактус. Чёрт, кактус далеко.
Да, сделаем коротенький перерыв. Через 5-10 минут вернемся. Каин сейчас поставит рекламу для вас, для избранных. А для дважды избранных он ее не поставит, потому что это всегда так происходит. Окей, я поставлю на рекламу тогда катсцены с этого прибора. Вот, и... Собственно говоря, да, вернемся на Hitbox TV / Мерзулин через несколько минут. Да? Thank you.
Да, мы вернулись, это Hitbox TV, слушаем Эрзулин, все еще. Little Big Adventure 2 проходим вместе с вами сегодня. А, у нас тут пока была пауза, пока был перерыв, небольшой диалог на тему испарителей состоялась. И в чате мы тут говорили, я все-таки... Я последние там 5 копеек про испарители скажу, и мы, я думаю, закончим уже с этой темой, потому что не всем интересно, но... В общем... вот... С самого начала, да, у меня, когда я покупал там свой вот первый набор, да, я буквально пришел в магазин и сказал, так, я хочу штуку, чтобы было дохренище пара, и чтобы, ну, просто чтобы она была нормальной, вот примерно за 5000 соберите мне чего-нибудь. Я ожидал, потому что, ну, как бы, если у тебя такого нет, то ты, ну, там, болевой порог сильный, ты мало об этом знаешь во всей аппаратуре, как бы, что надо, то есть не очень понимаешь, чем отличается, там, клиромайзер, атомайзер, картомайзер и прочие вот эти майзеры, что такое бокс-мод, что такое мех-мод, то есть это все какие-то очень странные слова, которые ничего не значат, ты просто вот, поэтому... Я пришел, я говорю, вот, мне нужен набор, чтобы было дохрена пары, и если надо что-то мотать, то это меня не пугает, потому что я сорт хочу это научиться делать даже. Потому что я где-то читал, что, типа, обслужка — это очень круто. А, и как бы мне дали, говорю, вот это, в принципе, вот субокс мини, вот этот вот, это идеальный вариант для этого, потому что есть, ну, как бы, можно крутить, здесь есть РБА секция, обслужка, да, можно крутить самому, можно не крутить, если не хочешь, можно покупать их собственные прибилд атомайзеры, да, которые 0,5 и 1,5, в зависимости от того, что ты хочешь. Они, ну, они очень хорошие, там вертикальная спираль, все замечательно. Вот, и как бы этот девайс, он за свои деньги дает очень много всего, да. То есть он тебе дает и возможность научиться крутить спирали, и возможность просто как бы парить, как бы просто, я не знаю, ну, парить и не париться, да. А, покупая обычные штуки, он сабомный, то есть там у, ну, как бы можно купить с сопротивлением 0,5, поэтому это, можно сказать, сабомное курение, да, то есть там дохерища пара. А, и как бы, то есть, количество вещей, которые ты можешь с помощью этого девайса выяснить для себя, научиться делать и просто как-то, ну, вот, ввести себя в курс всего, да, мне кажется, это какой-то оптимальный вариант, потому что вот если ты берешь полностью обслужку, да, в виде своего первого девайса, то ты будешь страдать вначале много, потому что как это все крутить, там надо миллион видео на Ютубе посмотреть и разбираться там какое-то время, да. Если ты берешь полностью не обслужку, да, без возможности этого, то как бы, ну, все окей, оно скорее всего будет работать хорошо, да, но как бы в какой-то момент тебе захочется, возможно, ну, попробовать покрутить самому, когда ты будешь достаточно в этом во всем разбираться. Поэтому, ну, а эта штука совмещает в себе и то, поэтому, да, я, в принципе, вот, из того, что я знаю, а знаю я пока не очень много, да, вот я считаю, что это, мне кажется, идеальный вариант для первого там своего девайса, да. Вот, так что, ну, то есть, это из серии того, что вот с этой штукой ты процесс можешь сделать настолько сложным, насколько ты захочешь. То есть можно сделать очень просто и не запариваться, а можно наоборот там разбирать все, собирать 3000 раз, модифицировать и запариваться. Поэтому количество, ну, спектр применений большой. Вот, но это в зависимости, да, если тебе просто надо... Ну, если ты вообще не хочешь сильно вовлекать себя во все эти ситуации, а просто хочешь... просто хочешь электронку и все, да, и тебе... И ты заведомо знаешь, что тебе никогда не будет интересно там что-то там собирать, не собирать, то можешь опять-таки купить себе там Его Мега какой-нибудь. Вот, то есть... но это такое, то есть я бы все-таки... Я за такие вещи, как-то мне больше нравится, вот поэтому... Очень сложно, то есть проблема с тем, что вот входной некоторый порог, он... Так, я сейчас, мне нужно как-то еще раз задуматься над тем, куда мне надо идти. Значит, Шарс Сандел я ищу, он находится хер знает где. Да. Хм.
ТДРС пишет, что чтобы улететь, надо стать волшебником и идти в сауну. Это я уже сделал давно, да. Так. Ну, кино, мне... Я не испытываю ничего против ЕГО, я не пробовал никогда, тем более, что вот, ну... Те же ЕГО Мега, да, да, они... Кажется, вроде неплохие. Пауэрхика пишет, что электронки осенью запрещают, что делать будешь. Я не знаю, о чем идет речь, честно говоря, и что там запрещают. Но что-то мне подсказывает, что целиком их запретить никто не будет. Целиком их запрещать никто не будет. Скорее всего, это будет ситуация типа... Кстати, схожу, попробую сходить в этот парк, потому что в первый раз там было, там не нашел ни хера. Может быть, теперь там что-то важное. Мне кажется, максимум, что сделают, это типа приравняют к обычным сигаретам, да, и запретят курить в ресторанах, что электронки. Что, конечно, нонсенс, но я имею в виду, мы живем в России, мы должны уже привыкнуть к этому. Так, есть ли смысл? Ну, Ёшкин Кот вот пишет, что да, приравняют к сигаретам. Ну, приравняют и приравняют, как бы... как бы, ну, идиотизм людей, которые все, ну, которые этим занимаются и все это проталкивают, он мало связан с реальностью, да? То есть все, что это в реальности будет, скорее всего, значить, это что вот... Типа нельзя курить в ресторанах, но опять-таки я думаю, что во многих ресторанах просто будут спускать и будут типа, ну, говорят, окей, курите, но как бы если у вас там не табак, то пожалуйста. Хотя не знаю, то есть, ну запретят в ресторанах и запретят, и мне кажется, что это долго не продержится, наверное, не знаю. То есть, как бы, по сути... Ладно, я сейчас собирался задвинуть за то, что там... что электронные сигареты, наоборот, надо форсить, как, типа, отказ от курения и все такое, но... Но хрен с ним. Не буду этой теме слишком много времени отдавать. Блин, я, честно говоря... Мне кажется, что я что-то ошибся, придя сюда, потому что здесь как-то пизды дают. Окей, я... I'm lost. Может быть, мне следует опять зайти в школу магии и показать чуваку свое заклинание? Ну, кстати, вот, да, Вилфрей про кальяны пишет, что, типа, вроде как запретили и всем пофиг. Ну да, то есть они теперь называются паровые коктейли там и прочая шняга, но все равно есть куча мест, в которые можно как бы прийти и те сделают там кальяны, никаких проблем. Пунистом, привет. Здорово, что пришел, все равно, ну, пропустил немного, но не то чтобы там супер много, мы все еще здесь, все еще играем. Так что заходи. Мир Б, ну, как сказать, то есть, да, с одной стороны, это, конечно, меньше вред, но с другой стороны, это... Окей, окей, я понял, я понял. С одной стороны, да, то есть, ну, понимаешь... Это отказ от курения даже технически, потому что ты не куришь, ты, ну, как бы, паришь, испаряешь, дезинтегрируешь, да. Это другой процесс, с совершенно другими рисками, да, и... Окей, здесь ничего нет. Как бы, с совершенно другими какими-то принципами, то есть, если ты переходишь с курения обычных сигарет на электронки, то ты, как бы, ну, it's a good thing, да? Мирп, мирп, мирп. Я знаю, я просто иногда забываю об этом, сорян. Про наркотики я вообще не знаю, то есть как бы я... Мне довольно сложно представить, как с помощью... Как это с этой штуки употреблять такие вещи, но... Мастер, я нашел странный перл в каве, недалеко от порта Лудо. Это перл из инкандесенс. The weather wizard makes use of it for his lightning spell. With it, you could free the ball of Sendo.
А, окей. Мне кажется, что я вспомнил. Мне кажется, что я вспомнил. Куда? Мне кажется, что мне надо на Citadel Island, в то место, где... в общем, проще просто прийти туда. Да, окей. Ну, про дезинтеграцию, потому что kill, я типа, это шутка такая, потому что на одном из прошлых стримов мы думали, как каким словом называть процесс, потому что как бы, ну, по, ну, как бы глагол парить, да, это не очень звучит поэтично. Поэтому в поиске альтернатив мы пришли к слову дезинтеграция. Атман, по поводу вреда, да, есть как бы соображение на этот счет, но не эксперт на тему конкретики какой-то, да, но из того, что, исходя из тех, как бы, того гугла, что я делал, это, как сказать, не то чтобы что-то прям супер страшное может с тобой произойти. То есть там нету продуктов в паре, нету продуктов горения, ничего такого особо нет. Там есть единственное какое-то одно идиотское исследование на тему того, что в паре от электронок содержится при разложении вроде как пропиленгликоля, получается этот самый, я забыл, как вещество называется, формальдегид. И типа формальдегид вдыхать — это плохая идея. Но исследование как бы было, как это называется, дебанкт, да, несколько раз, на почве того, что они симулировали процесс курения электронных сигарет с помощью машины, и, ну, травили этим паром крыс, причем они делали это на какой-то очень ебанутой температуре. То есть это был, ну, знаете, как вот иногда, когда, если у кого есть, да, когда что-то не так с испарителем, ты куришь не жидкость, да, а просто гарь. И это то, что называется dry heat, да, то есть сухой затяг. И вот они практически в этом режиме курили нон-стоп мышей электронками, и типа в какой-то момент у них там что-то похожее на формальдегид выделилось. И поэтому они в этом исследовании говорят, что это вредно на этот счет, но это абсолютная как бы глупость, потому что, ну, в реальной жизненной ситуации никто не парит так. Да, то есть на таких температурах этого просто не происходит. А так, по сути, любая жидкость состоит в основном из ароматизаторов и, собственно, того самого полипропиленгликоля и пищевого глицерина. Все это используется в пищевой промышленности, все это само по себе безвредно для человека, да, и... Да, вот мне как... Мне сюда. Вот здесь этот Шаров Синдел. Но я вот не помню, мне вроде бы надо как-то... Вот эта вот синяя штука, это типа лифт. Вроде бы. И мне надо как-то вот... Как-то попасть туда, да, я вот сейчас что-то пытаюсь вспомнить. Джетпак мне в этом никак не поможет, честно говоря, потому как, ну, понятно. Может быть, эта дверь мне как-то поможет в этом. Ну-ка. Так, сохраниться и использовать бревно на максимум эффективности. Не совсем так. Не совсем так. Заперты? Серьезно? Черт. А, да, ну и никотин, как бы очевидно, да, но никотин сам по себе, да, потому что в обычной сигарете вреден не никотин, а химикаты, которые там содержатся, плюс продукты горения, то есть CO2, по сути. Сам по себе никотин, он, ну, примерно как кофеин, то есть примерно такого же разряда вещь. Окей. Миллениум, я курю 0,3 миллиграмма никотина. Но это не потому, что мне как бы, ну,
не по каким-то другим причинам, а потому что вот конкретно на моем девайсе, это вот, кстати, ну, нюанс такой, да, о котором тоже важно сказать, на девайсах, которые рассчитаны на большое количество пар, то есть ниже одного ома там, да, вот это все, курить больше, чем 0,3 довольно сложно, потому что очень-очень резкий throat-hit. То есть и жидкости будут... ну, вы будете, короче, сильно-сильно-сильно кашлять. 0,3 нормально, 0 никотина нормально, 0,3 нормально. Вот 0,6 уже тяжело становится именно на таких аппаратах. Поэтому, собственно, я и хотел очень попробовать Nautilus, потому что Nautilus, баг, он, в принципе, должен позволить делать все, что угодно с любыми жидкостями. Там 0,6, 12, 24, вот такой вот. Я что-то пропускаю, где откуда-то можно грохнуться вот в эту хрень. Мерсмит пишет, что с электронки начинает болеть горло и ощущение при простуде. Возможно, у тебя, ну, реакция на какой-то из компонентов. То есть такое может быть. Ну, это надо посмотреть, что там с аллергиями. И, ну, попробовать другие жидкости, типа на основе либо, ну, больше гликоля, больше глицерина. Может быть. Блин! Но я же точно знаю, что откуда-то можно грохнуться вот в то место, где мне надо. Zero тут... Да я пробовал кататься на деревяшках, но это делал еще гораздо-гораздо раньше в игре, когда это было нужно. Сейчас это не то чтобы супер актуально для меня. Hello, miss. А, во, Вилфрей пишет, что... Да, дыра в полу. Я помнил, что где-то есть дыра в полу, но я не помнил, где. И вот в винном погребе. Теперь это объясняет, собственно говоря, весь... Всю историю с винным погребом. Я думал, что там что-то более полезное, чем сердечко и 3 рубля. Но вот да, там еще есть дыра в полу, о которой я забыл. Окей. Интересно, а мне снова нужно доставать ключ для него? Из пьяной сосисочки. Как бы мне еще и не отъехать тут. Ну что, мистер Сосиска, время отвечать, сука, за алкоголизм. За алкоголизм поясни мне, мразь. Не в нем ключ в бочке, я забыл об этом. Так, дыра в полу. А, вон она, все, я вижу. Я не знаю, каким чудом я не попал в нее в первый раз, когда я здесь был, но вот. Вензлав, здесь мы не знаем в точности, почему инопланетяне стреляют в меня онсайт. Ну, во-первых, это инопланетное вторжение, а во-вторых, у них какой-то специальный интерес именно к главному герою. Но, ну, потому что мы это видели просто, да, они в своих летающих тарелках там показывают мою фотку друг другу. Но пока что мы точно не знаем, в чем именно вопрос ко мне. Так, окей. Сейф. Strange. This looks like a keyhole. Бля, мне нужен треугольничек на самом деле для сюда, я помню. This looks like a keyhole. А где его брать? Бум-брум-брум. Вот говно.
Слушайте, а если я отъеду, клевер же реснет мне ману и хп, ну-ка. Да. Интересно, сработает теперь или нет. Ну как бы, может быть, я ебану туда и дверь появится. Нет, не появилось. Окей, это значит, что мне нужна пирамидка. Которая где-то достается. Бонни Битл, тебе тоже привет. Чат, мне нужна ваша помощь как никогда. Где я просто не имею ни малейшего вообще какого-то представления, где искать пирамидку. Но если смотреть на вещи логически, то пирамидка — это ключ, а такие, ну, ключ к шару Сэндел. Шар Сэндел — это штука, связанная с магией, значит, наверное, этот ключ должен храниться у кого-то из магов. Кто-то из магов у нас есть вон там в красном шатре и на соседнем острове в школе магии. Данил Дэй, нет, я не читал «Москва петушки», хотя она у меня, ну, знаешь, в списке книг, которые обязательно во что бы то ни стало надо прочитать в скорейшем будущем, да, потому что я знаю, что как бы книга, ну, из как бы списка как бы обязательных к прочтению, но у меня просто пока что руки, к сожалению, не дошли, очень стыдно, да, так что. Ну что, у меня все падает. Упс. Я что-то сломал. Так, ладно, я просто не буду пока что ничего трогать, наверное. Да. Вернись к парому и плыви домой на остров Цитадели. Зайдите к соседу, отдайте ему кислоту. К соседу. Я спасибо большое. Спасибо за подсказку, я сейчас попробую выяснить, что в этом прохождении имеется в виду под моим соседом. Да, у меня есть кислота. Вот это вот галлик асид, это кислота. Оу, oh, yeah. Кислота. Нет, не сразу, я понял, что такое, что является соседом. Я знаю, что значит это слово, просто вроде как, ну, дом главного героя, он тут стоит в некотором... Ну, в некотором, я не знаю, обособлении, что ли, от всего, тут не то чтобы много соседей. Воу. Воу, Твинсон скатился с горы, охуительно. Кто-то, кто, скорее всего, жаловался еще на здоровье, потому что это, типа, дофига... А, нет, это не та кислота, это кислота для восстановления... Для восстановления всякого говна. А, ага, вон, вижу второй дом, вижу соседей. Сейчас приду и поприветствую соседа традиционным твинсанским приветствием. Хитбокс ТВ, слэш Мерзулин. У нас есть кислота. В инвентаре. Стелс. Охуенно, вы видели? Эти ёбаные стражники. Я не могу вернуться и как-то заново сделать, чтобы это произошло, но это произошло.
Так, привет, сосед. Hello, neighbor. Hello, neighbor. Привет, сосед. Hello, Twinson. I'm still busy with my son's documents here. Everybody seems to be terrorized by these few costumed strangers. At my age, one has seen worse. Ну ладно, я вижу, что ты занят, но как насчет купить у меня немного кислоты? Yes, that's exactly what I needed. I'm going to use it on the map of the sewers. Ну давай, вперед. Да, Powerhick пишет, это имперские штурмовики. Такой же прицел. Organic acid has revealed a text previously invisible. It mentions a small pyramid that was in my possession. Here, it's yours. Ну все, все, хорошо, все решили. Он восстановил карту. Восстановил карту этих штук. In the secret room, whatever. Да, все, окей. И у меня эта штука даже записалась вот сюда. О, как. Так, время пойти прыгать дырку в этом самом видном погребе, да. Ёшкин кот, нет, к сожалению, ответ на этот вопрос отрицательный, не смотрел American Horror Story. Ничего не могу сказать, возможно, следует это сделать, но пока не успел. Так. Уже третий раз подряд, или второй раз подряд буду прыгать в эту дырку. Возможно, следует также купить немного ХП, потому что, ну как бы, это выглядит как хорошая идея сейчас. Insert 5 caches. 10 life. Insert 10 life points. Cool. ТДРС нет, первую часть я не играл, в этом-то и прикол. Insert 5 caches. 10 life points. Это было осознанное решение не играть в первую часть, потому как. Да, вот и теперь сердечко наверху и застряло, и его никак не подобрать, не используя этот рок. Но это была бы абсолютно идиотская ситуация, если бы я, ну, покупал эти сердечки на раннем этапе игры, когда не было этой штуки. То есть, типа, деньги заплатил, сердечко наверх упало, и такой, а, блядь, и что делать теперь, короче, вот, ну как... Как автоматы с всякими шоколадками, когда они застревают, и приходится трясти автомат и злиться на все. Но есть некоторая проблема, которая заключается в том, что у меня все еще не фулл мана, поэтому я как-то... Я подумаю об этом ТДРС шаром, кстати, может быть и можно, но я не уверен на 100%. Сейчас с маной попробую шаром подобрать. Insert 10 magic points. All right. Не, а шаром вот эти штуки как-то не очень поднимаются. Да блять! Опять ключ, сука, растворился в воздухе. Бля. Потому что ключи раньше в играх именно так и работали. Я имею в виду. Один ключ, одно использование. Применяешь на дверь, и дверь съедает ключ. Потому что это звучит очень логично. Ты
Да. Иди ты куда надо. Снова в дырке, снова в подвале. Так. Ну и теперь все заработало. О, я. И вот, собственно говоря, этот самый шар. Время кастовать заклинание молнии, освобождать этот сраный шар. Тумс. You just found Sendel's ball. Now you have reached a new level of magic. Red ball. It will also enable Sendel to contact you in case of danger. Собственно говоря, новый уровень магии у нас теперь есть. У нас теперь красный шар, красное заклинание молнии. Все остальное осталось тех же цветов, но шар красный. Видите, он реально стал красным, он апгрейднулся. Плевки отсюда все еще зеленые. Но трубка апгрейдится по-другому. Там специальная процедура есть для этого. Ебать, мне звонит слон! The kidnapping of the wizards and the children was only a small part of their plan. They are about to destroy our planet! Listen, Twinson, you must meet me! Well, that escalated quickly. То есть, типа, он такой, что... Он... Эмеральд, да, ну, на изумрудной луне, и типа, вот... Что, луна, это просто луна, да, и типа... Так и выяснил их злодейский план, и их злодейский план заключается в том, чтобы уничтожить планету. The Esmers have set up a base somewhere on Desert Island. Find it and steal a shuttle. You are the only one who can save Twinson. Собственно говоря, теперь, да, теперь надо лететь. Вот сейчас начнется вроде как большая часть экшена на их планете. Нам нужно встретиться с Джеромом, который наш братишка-то. И полететь куда-то и делать штуки. И дальше будет самая крутая часть, ну, как, одна из самых крутых частей, потому что... Там мы увидим дофига быт, как вот на той планете обстоит с нормальными людьми из Зилича. Ну, не людьми, да, но вы поняли. И мы увидим казино и прочее, и кучу всяких интересных штук. Я хочу взять этот ебучий клевер. Обожаю ебучие, мать ее, клеверы. Бум-бум-бум-бум. Отлично. Ну, это не клевер, это коробочка под клевер, но это еще лучше, чем клевер. Так, я надеюсь, эта штука не запалит меня. Она запалила меня, мне пиздец. Блять. Окей, возможно, это было не очень умно. Сейчас я сделаю это. Почему вы так не любите мяубота? Чем он вам не нравится? Давайте мы как-нибудь его научим делать что-нибудь другое. Буган Боб спрашивает, существует ли мои фото без бороды и длинных волос. Да, существуют. Даже если зайти у меня на страницу мою ВКонтакте и посмотреть фото с... фото с Витаудосом, то можно найти парочку таких, но я не знаю, надо ли, хочешь ли ты это делать, честно говоря, но они существуют. Да ёбаный ты, сука! Почему я не могу не соснуть? А, кстати, у меня аж подсказывает правильную мысль, что типа надо же испытать красный шар на этой сосисочке. Потому что он же теперь красный. Раньше просто мой шар вообще им дамага не наносил. А теперь может... Да, теперь мой шар наносит дамаг. Он выстрелил в меня...
Во-во-во, все. Да, отлично, красный шар больше, чем зеленый, поэтому... Если вы думаете, что красный шар — это последняя форма шара, то вы ошибаетесь. Шаров здесь много, тут, по-моему, 3 или 4 формы этого шара. Жулик, не воруй, Зулин, не соси. Это тяжело. Слишком, слишком велика предрасположенность в контексте компьютерных игр к сосанию. Если кто-то вчерашний стрим смотрел, то он абсолютно убежден в этом. Потому что вот реально столько фейлов каких-то. Буганбоб, я очень рад, что тебе понравился обзор. Спасибо тебе большое. А Билл Фрейд подскажет, что это вроде как предпоследняя форма шара. Ну окей, предпоследняя, так последняя, но смысл в том, что будет еще. А будет огненный шар потом, и он будет даже шлейф небольшой за собой оставлять, это круто. Так, мне теперь надо лететь на эту остров пустыни. Hello. Where do you want to go? Desert Island. Так, где моя тачка, дракон? А вон моя тачка. Так, и сюда, отсюда, куда-то, вон туда. А, ну, собственно, Эсмер Бейс. Вот там теперь вроде бы дадут вот эту, в эту дырку в сауне. Да, вчерашний стрим Пауэрхика абсолютно правильно говорит, что он уже в топах на Порнохабе должен быть, это правда. Был безумный фейл за фейлом. Заходим в доту, просто сосем. Заходим в Хардстоун, я не могу выиграть вообще ни у кого. Даже у Кельтса, хотя Кельтс, он скраб. Заходим в Rocket League, там один или два раза выиграли, все остальное проигрываем. Причем проигрываю конкретно я, потому что мы потом сделали 3 на 3 вместе с ребятами из чата. Сделали сначала наша команда, ну то есть я, Акира и Кельтс против них троих. Там был, по-моему... Мэтт Джохан и еще пара чуваков. Проигрываем. Потом сделали так, что я и пара чуваков оттуда, ну то есть я и там, условно говоря, Мэтт Джохан и кто-то еще против двух, ну, против Кельтса и Акиры и одного чувака из чата. Все равно моя команда проигрывает. То есть я просто не могу, не мог вчера в игры играть вообще. Да хватит, сука. У него должна быть какая-то анимация этого всего, он так строчит. Я не уверен, что я сюда зашел, куда надо было, ну ладно. Ага, болт. Окей. Но ведь... Может быть, в соседней истории? Нет, тут собаки моются в сауне, хорошо. Я понял. Нормальное дело. Собакам тоже нужно это. Нужны спа-процедуры. Здесь нет. Ха. Возможно, в парке. Возможно, через парк. А, да. Потому что там вот эти красные чуваки, которые пизды давали, теперь у меня есть... Тут ситуация, конечно, да, то есть ты типа пришелец с треугольным ебалом. И у тебя есть задача найти вот этого конкретного твинсанса, поэтому ты сидишь целыми сутками, тусишь у одной и той же двери. И ждешь, высматриваешь его. И тут он внезапно падает с крыши прямо перед тобой, расшибает себе лицо об землю, и ты смотришь, это тот самый чувак. Такой, нихера себе, люблю свою работу. Самая простая
Как это, самый простой Chicken Destroy в мире. Так, окей. Этот Metal Gear проще руками убивать. Все. Твинсон больше Снейка. Убивает Metal Gear руками. Мне интересно, а руками я теперь тоже дамажу этим сосисочкам красным или нет? Да! Возрос уровень не только моей магии. Возрос уровень моих кулаков также. О, нихера себе, фотку с моего класса, ребят. Не будьте жестокими, пожалуйста. Не заставляйте меня смотреть на мой класс. Я начинаю скучать по школе в такие моменты. Ну да, у нас был в основном female класс очень такой, то есть у нас было... Из 30 человек, там... Ну, менялось, да, состав менялся, но в основном, да, было там одна треть кунов и тянов. Тяночек было побольше всегда. Но не то чтобы кто-то мог из этого какую-то выгоду получить, потому что, ну... Рынок был поделен между несколькими альфа-чами. И стоит ли говорить, что я не был в клубе? Мир Смита. А Рева на ней нет, потому что мы учились в абсолютно разных школах, и мы познакомились только в институте. Мир Б ужасается того факта, что я не альфа. Не переживай, это пропаганда. На самом деле, конечно же, я альфа. Вот. И теперь я нашел место, в которое мне надо. Потому что раньше в этом парке это место тупо не было построено. Просто не было построено. То есть не было этой локации, теперь все нормально. Так, а там у нас что? Сейчас, я надеюсь, что вагонетка никуда не денется, но мне интересно, что там. Да, я уверен, потому что у меня бороды в школе не было. Если бы я раньше сообразил за этот счет и запилил бы себе бороду в школе, то было бы все гораздо по-другому. Там нитро-мека-пингвин на каком-то пьедестале, и походу эти змейки молятся нитро-мека-пингвину. Ни хрена себе. Здесь должен появиться ХП-бар, и этот нитро-мега-пингвин должен быть боссом, и это должно называться типа нитро-мега-пингвин и конгрегейшнс, как в Dark Souls. Так, окей, я просто отхуярю этих змей руками, потому что я Твинсон мужик, Твинсон не боится змей, он подходит, бьет этих змей прямо в лицо. Бонни Битл, конечно, люблю Ниверхуд, кто его не любит. Крокс Терминатус за мой рост почему-то спрашивает, но там 1.87 около того. Не уверен в природе вопроса, но ладно. Так, надо изучить эту... Так, отсюда. Это сюда поворачивай. Так, что-то пошло...
Не так. А, нет, все правильно. Все, я прошел игру. Ну, не игру, эту секцию, но... Но я прошел этот пазл. Так, еще одна лесенка. Но она требует ключ, которого у меня нет. Который находится в этой коробке, я абсолютно уверен. Колесар, да, судя по всему, теперь мы в чате меряемся сантиметрами роста. Это что за херня? Кто это здесь построил? Как это вообще законно? Ага, я не могу шаром открыть коробку. Супер. Окей, как насчет тогда применить стелс? А, блядь, ау. Не совсем тот тип стелса, который я собирался применять, но... Вот этот я собирался применять. Сработало, идеально. Так, прыжок, 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 о, господи, а, блядь. Ну и все. А, карте не уехала, отлично. Так, стой, 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 карте, блядь. Отлично. Сесть. Готово. Идеально. Рабидус Луниперорум пишет, что Зулина начистила ебало вагонеткой. Это именно то, что произошло сейчас. Все, я на эсмерской базе. Вы глупые смерцы, вы надеялись, что я не приду в эту базу. Вы искали меня по всей планете, а я пришел к вам сам. Какие же вы идиоты. Я помню эту секцию, я ее помню во многом потому, что это, по-моему, одна из немногих секций игры, где дают подкрасться к спящим врагам и убить их во сне. А, да, сохранится точно. Атронакс больше, чем ты, я почти уверен в этом. Я уверен, что этого не должно было происходить. Я уверен, что этот чувак в фуражке, он не должен был проснуться, если я шел стелсом. Что за фигня? Мне кажется, это не совсем правильно. Но в любом случае, по-моему, я могу спиздить отсюда форму. Жазотра, давай, доброй ночи, спасибо, что пришел. Обязательно на следующий стрим тоже приходи. А, нет, я не могу надеть эту форму, я могу только спиздить из нее ключ. Жалко. Им на этом уровне им не хватает восклицательных знаков над головой в Metal Gear. Погодите, второй ключ? А как так вышло? Точнее, я подобрал вроде как второй ключ, но он никуда не ведет. Ну, то есть, как бы, количество ключей не изменилось. Саурфанк спрашивает, знаю ли я про Нокт. Честно говоря, нет, к сожалению, я не в курсе этого названия. Ага, электрическая херня. Чисто ради того, чтобы показать вам анимацию, потому что это выглядит довольно прикольно, я сохранюсь и покалечу себя. Охуительно. Вот так вот. Причем он дамажит довольно сильно. Так что да, здесь есть вот такая электрическая херня, но у нас есть... Охренительный джетпак, который работает, знаете, на 2 миллиметра над землей, но иногда в некоторых ситуациях это то, что надо.
Больше не надо. 2 миллиметра над землей, можно пролететь над этой херней, над электрической штучкой. Так, и здесь мы находим еще одного чувака. Нахуй, иди ж ты нахуй. Так, и здесь лежит шестеренка. Да. И теперь с помощью этой шестеренки мы можем пилотировать этот эсмерский шаттл и полететь на Луну. Вроде бы на Луну. Я точно не уверен, но, по-моему, на Луну. Просто вроде как мне казалось, что сначала мы летим на их планету, а потом на Луну. Но судя по вот сюжету, потому что Джером сейчас на Луне, и он вроде как собирается нас инструктировать. По-моему, нет.